В этом видео мы поговорим о проекте DTX. Это будет второй обзор. Обсудим такие вещи, как преимущества проекта и две новости, которые произошли с проектом буквально недавно. Первое, на что я хочу обратить внимание, то, что у проекта вышли бета-версии мобильных приложений. Под Apple Store можем наблюдать здесь уже первые картинки, скриншоты под iPhone. И также под iPad. Выглядит примерно так. И, соответственно, под Google Play, под Android. Здесь также нам предоставлены скриншоты проекта. Небольшое описание проекта. Что тут можно делать. Количество установок, текущая версия, когда он обновлен. И сама установка. В данный момент он установлен у 11 человек. Перейдем к преимуществам проекта. Что я могу сказать? Что проект значительно расширяет возможности трейдеров, позволяет вводить в обмен различные товары. Также в его деятельности будут принимать участие живые люди, способные качественно наладить работу. Платформа оснащена специальными технологиями, которые будут защищать данную платформу от хакерских атак и взломов. Также создаются все необходимые условия для набирающей популярности частной торговли. Это и есть очень важно. Платформа удобна для каждого, как и для начинающего трейдера, так и для профессионального. Осуществлять торговую деятельность на DTS может каждый желающий. А нормализовать процесс подключения новых пользователей будет специально собранная команда, которая обучит, подскажет, научит. Проект сможет решить многие экономические вопросы волатильности и ликвидности. Применение технологий блокчейн делает систему прозрачной и честной, не давая развиваться коррупции и мошенничества. Можно использовать разные электронные носители. Так называемый холодный кошелек для хранения криптовалюты дает полноценную защиту вашим токенам. Также хочу отметить, что DTX основана на алгоритме Ethereum. Это самый надежный и практичный из всех узел. Вероятно, каждая из перечисленных характеристик становится весомым поводом для того, чтобы обратить внимание на данный проект. И, конечно же, рассмотреть его в плане перспективы. От себя хочу добавить, что я ожидаю от проекта универсальности и удобности, что он станет значительно простой в процессе торговли и сделает новый шаг в развитии молодой экономической ниши криптовалют. Также хочу пожелать проекту успехов и удачи. Спасибо.